За нашу первую встречу. Господь всемогущий, дай мне силы, и взгляни милостиво на творение рук моих, заканчиваемое мною под Твоим присмотром. Бог всемогущий, дай мне силы. Голубые катакомбы. В ролях Патрик Шесне, Камий Пананакль, при участии Джейн Биркин. Рут Вега Фернандес. Встретимся сегодня. Ответ – да. Гаэль Бана, Жан-Мишель Фетт, Бруно Лопес, Эммануэль Вьеи. Пропущенные звонки. Оно мерда. О, черт. Композитор Фран Бак. Производство Астарте и компании. При участии Франс Телевизион. Сценарии Джилда Пьерсанти и Джангида Спинелли. Продюсер Софи Делош. Вход в катакомбы. Режиссер Шарлотта Брейнстрём. Здравствуйте. Здравствуйте, это у решетки налево. Спасибо. Здравствуйте. Какого черта вы там возитесь, Люка? Мужчина-европеец, около 60 лет, загорелый, обращался к дантисту и следил за волосами. Кто его нашел? Гид во время первой экскурсии. Мы там обыскиваем каждый угол в поисках тела. И не останавливайтесь, здесь целый подземный город. Забавно, отличное место, чтобы отсечь кому-нибудь голову. Тебе смешно, здесь встречаются все городские сумасшедшие. Она свежая? Очень свежая. Очень свежая. Отрезана сегодня ночью, где-то между 7 и 8 часами максимум. Отсечена очень точно. Тот, кто это сделал, эксперт по холодному оружию. Сильный и тренированный человек. Не так-то просто отрезать голову. А какое оружие? Очень острое. Вроде японского меча. Вы говорили, что он обращался к стоматологу. Я насчитал 6 имплантов. Да. Наш клиент сделал себе красивый ротик. Более подробно скажу после экспертизы. Ладно. Голова лежала в хозяйственной сумке, которую принесли сюда в катакомбы. Да ладно. Вы хотите сказать, что его обезглавили в другом месте, а потом притащили сюда? Убийца потрудился спуститься сюда с головой в сумке и положил ее на видное место. Думаю, здесь есть какое-то послание. Он принес ее во время экскурсии, смешавшись с толпой. Это невозможно. Сюда не проникнуть незамеченным. По правилам, нужно сдавать сумки в камеру хранения, и здесь повсюду камеры. Ну и что будем делать, патрон? Приказать остановить поиски? Нет. Барель, ты составишь список всех имплантологов в Париже, а ты займешься гидом и посетителями. Кроме того, мне нужен список всех, кто имеет доступ в катакомбы. Живее, все за работу. Подожди, что если убийца зашел не через основной вход? Он ведь мог пройти через черный? И кто он? Катакомбный извращенец? Ну, во всяком случае, он тот, кто хорошо знает катакомбы. Вгрызитесь в эту идею, если можно так сказать, и сделайте фотографии, а не эти каракули. Я только начала первую экскурсию. Я собрала группу перед останками и объясняла возникновение катакомб. И в этот момент я увидела сумку. А потом? Что вы сделали потом? Постарайтесь вспомнить. Я к ней подошла. Кто имеет доступ в катакомбы, мадемуазель? Капитан Делюка, Ева Дебук. Полагаю, у всех сотрудников есть ключ? Нет.
Ключи есть только у охраны? Нет-нет, мы его уже опросили. Этой ночью он оставался дома с женой, и ключ у него не был украден. Да, но в действительности, чтобы войти в катакомбы, ключ не нужен. В округе полно извращенцев, проникающих сюда не через главный вход. А есть ли карта входов? Разумеется. Вам лучше спросить ответственного за план. Как его зовут? Александр де Монталаберт. Музей карнавале. Истории Парижа. С сегодняшнего дня мы все должны прилагать еще больше усилий в работе. Спасибо. Сообщаю вам, что мною приняты меры для охраны всех входов в катакомбы. Полицейские попросили предоставить записи с видеокамер, и вы их предоставите. Мы не препятствуем правосудию. Сейчас прошу всех вернуться к работе. Спасибо. Извините. Капитан Делюка, криминальный отдел. Да, секретарь меня предупредила. Прошу, присаживайтесь. Вы уже опознали убитого? Нет, мы еще ищем тело. Если вдруг захотите пройти 250 километров катакомб, потратите много времени. Вот именно. А нет ли у вас детальной карты? Мои коллеги уже предоставили ее полиции. Я знаю, но я спрашиваю про ту, где обозначены секретные входы. Полагаю, вы говорите про неофициальные? Именно. Скажем, неофициальная карта. Идите сюда. Сегодня большая часть таких ходов закрыта или контролируется Генеральной инспекцией. Можете показать место, где обнаружили голову? И весьма точно. Здесь. И ближайший проход в катакомбы? Это несложно. Вот здесь. И если я помню, на нем решетка, так что вряд ли... Мне бы хотелось туда сходить. Хорошо, могу организовать вам экскурсию. Мне бы хотелось пойти туда ночью. Хочу осмотреть место при тех же условиях, в которых был преступник. Составляете психологический портрет? Не совсем. Но у меня свой метод работы. Оставьте свой номер, я позвоню, когда найду для вас гида. У вас найдется ручка? Держите. Сочувствую, что приходится втягивать, но... Лицо убитого вам никого не напоминает? Да. Я вам говорила... Нет, просто ощущение, что человек до сих пор живой. Потому что прошло мало времени. Голову отсекли между 7 и 8 часами утра. Вы позволите? Вам она кого-то напоминает? Что? Да. Я уже видел этого беднягу. Не может быть. Это он? Кто? Максимилиан Мюллер. Один из современных художников, очень известный. Нужно приложить больше усилий, комиссар. Журналисты с вас не слезут. У меня нет желания с ними общаться, да и тело еще не опознано. Вы не сможете это долго замалчивать. Всего лишь день. Опросим родственников. Месье прокурор. Здравствуйте. Вся семья Максимилиана Мюллера – это его жена Лидия. Советую быть осторожными, она также известна, как и ее муж. Ну, идем, патрон. Куда это? К вдове сообщить, что нашли ее мужа. Заодно выяснить, нет ли тела под супружеским ложем. Нет-нет, вы остаетесь, а вы идете со мной, Делюка. Давайте. Да? Полиция. Подождите, пожалуйста, здесь. Спасибо. Спасибо. Лидия Мюллер была иконой андерграунда в 70-е. Моя жена ее обожала. Нужно быть осторожными с этой иконой, как он сказал. Кто? Прокурор. А, совершенно верно. Для этого вы и здесь. Мадам готова вас принять. Нет, не о чем волноваться, мистер Руб.
Вы знаете Макса, он неуправляемый ребенок. Спасибо, мистер Руб. Здравствуйте. Мадам. Вы хотели со мной поговорить, инспектор? Комиссар. Комиссар Руссо. А это капитан Де Люка. Входите. Спасибо. Присаживайтесь, прошу вас. Спасибо. Спасибо. Люси, ты можешь позвонить в Лондон и сказать, что мистер Руб не изменил своего намерения? И найди мне моего мужа. Чай, кофе? Мне чай, пожалуйста. Кофе, если можно. Это касается Макса, не так ли? Ну да. Что он натворил на этот раз? Почему на этот раз? Это не первый раз, когда сюда приходит полиция из-за Макса. Вы ведь знаете артистов. Им вечно нужны эмоции, личные протесты. Избалованные дети. И Макс не исключение. И когда полиция приходила к вам в последний раз? В Новый год. Кто такой мистер Руб? Мистер Руб — коллекционер. Он ведет переговоры о покупке лондонской галереи картины Макса. Они должны были встретиться сегодня утром, но Макс не явился. Он забавляется, пропуская встречи. И Лени заряжает телефон целый день. Ему нравится доставлять хлопоты окружающим. Так что же натворил мой муж? Ну... Надеюсь, не несчастный случай? Вы можете дать нам адрес его мастерской, мадам Мюллер? Улица Монпансье, 2. Вы из какого отдела полиции, месье? Криминальный отдел, мадам. Здесь светло. Туда. Боже. Вот черт. И еще двое. Алло, Дуарте, высылай срочно бригаду медицинского эксперта. Улица Монпансье, 2. Здесь два трупа. Она не молода. Кто эта женщина? И где ее одежда? Она же не пришла сюда голой. А главное, где ее голова? Де Люка. Боже милосердный, дай мне силы и взгляни милостиво на творение моих рук. Библия, книги Юдифи. Вы знаете Библию наизусть? Только куски сносили. Посмотрите, картина демонстрирует миф о Юдифи. Миф о Юдиф? Да, Юдиф была очень красивой женщиной. Она подстроила ловушку военачальнику Алаферну, осадившему город. Соблазнив и опоив его, она отрубает ему голову, которую выносит из лагеря врага в вещевой сумке. Сумки? Как в катакомбах. Думаете, убийцей могла быть женщина? Не уверен. В Библии Юдиф олицетворяет собой все мужское. Она думает и действует как мужчина. Но при этом она женщина. Он уже был мертв, когда... Я должен задать вам несколько вопросов, мадам Мюллер. Да. Прошу, комиссар.
Итак, ваш муж часто рисовал один и тот же сюжет. Юдифь, обезглавливающая Алаферна. Вы можете сказать, почему? Это довольно популярный сюжет среди художников. Думаете, у него были отношения? Пока не знаю. Мы только начали расследование. Спасибо. Присядьте. Вы знали, что у вашего мужа была любовница? У моего мужа их были сотни. Значит, вы были в курсе, и вас это не ранило? Ранило? С чего бы? У меня не было соперниц, комиссар. Женщины для Макса лишь эскизы на листе бумаги. Когда он завершал набросок, то комкал листок и отправлял его в урну. Значит, они вам не соперницы? Нет. Макс всегда возвращался ко мне. Мы с ним были одним целым. Мадам Мюллер, ваш муж был не один в постели. Рядом с ним найдено другое тело. Тело женщины. Женщины? Но кто она? Этого я не знаю. Мы еще не нашли голову. Но криминалист сказал, что ей было около 60 лет. 60? Это невозможно. Всем любовницам Макса было едва ли за 20. Вам неизвестно, кто в последнее время был его любовницей? Разумеется, библиотекарша. Не особо интересная, впрочем, как и все остальные. И они давно вместе? Они встречались весь прошлый год. Она собиралась написать его биографию. Ничего не понимала в искусстве, хотела писать про искусство. Макс ей что-то наобещал, и она верила, что он меня бросит. Вы можете назвать ее имя? Очень смешное. Грожджин. Катрин Грожджин. Макс ее звал Кати. Я всего лишь библиотекарша, но всегда любила искусство. Для меня Макс был богом. Однажды я сказала, что хочу написать его биографию, и Макс меня поддержал. Не думайте, что он хотел лишь переспать с вами? Мы переспали в день знакомства. Он интересовался мной, и мне это льстило. Позже я поняла. Что вы поняли? Что он действительно хотел, чтобы я написала его биографию. И он изменил мою жизнь. Он был одним из великих художников современности. А также одним из самых богатых. Вовсе нет. У Макса ничего не было. Дом, ценности, картины — все принадлежит его жене. Вот как? Все, вы можете проверить. Макс даже уступил права на картины, которые еще не написал. Он постоянно повторял: «У меня ничего нет, я лишь всем пользуюсь». У нас две жертвы: знаменитый художник месье Мюллер и вторая личность, которая не установлена. Два обезглавленных тела и лишь одна голова. Орудие преступления — японский клинок. Вероятнее всего, похищенный из коллекции самого художника. Следов взлома в мастерской не обнаружено, из чего следует, что месье Мюллер знал своего убийцу. Здравствуйте, Бессоль. Присаживайтесь. Давайте, де Люка, послушаем вас. Я начну, процитировав Джона Дугласа, агента ФБР, основателя психологического профиля преступника. Дверте, я могу продолжить? Продолжай. Дети послушают. Спасибо. Итак, он говорил: если хотите понять Пикассо, изучайте его картины, хотите понять преступника, изучайте его преступления. Эта сцена показывает, что мы имеем дело с человеком собранным и достаточно сильным, чтобы обезглавить жертву, но не убивающим из мести или удовольствия. Он их не пытал, перед нами скорее мизансцена. И еще убийца знал произведение Мюллера. Словно воспроизводил одну из его картин. Но на картине лишь один обезглавленный парень, что никак не вяжется с телом женщины, найденным в кровати. Я знаю, Дверте, и к этому еще подойду. Нет, правда, у нас два трупа, а не один. Да, я знаю. Так, всем тихо.
Чтобы разобраться, нужно понять, кто эта женщина. С этим все согласны? Так кто она? Почему до сих пор не найдена ее голова? Это основной вопрос. Всем ясно? Все, вперед, за работу. Давайте. Бисоль, подойди. Де Люка. Представляю вам Люка Бисоля, стажера из высшей школы полиции. Очень рад с вами познакомиться, капитан. Месье Бисоль будет проходить стажировку в криминальном отделе. Можете идти к остальным, они довольно милые иногда. Спасибо. Я доверяю вам этого парня Де Люка, и он будет вашим подчиненным. Что такое? Вы недовольны? Вы вешаете на меня стажера, когда мы зашиваемся. Вот и будете разгребать вместе. А вы чего ждали? Великолепно. Речь идет об известном современном художнике Максимилиане Мюллере. На данный момент полиция ведет опрос свидетелей, но о конкретных подозреваемых говорить рано. Судя по информации, просочившейся в прессу, тело убитого до сих пор не найдено. Малиновый десерт? Де Люка. Что Де Люка? А? Пригласил ее на ужин? Не самый удобный момент. Всегда неудобный. Да я понял, но сейчас все сложно. Мадам, скажите, у вашего мужа были враги? Враги моего мужа – это враги всего современного искусства. Можно сказать, что искусство убивает в наши дни. Жена? Такие личности, как Макс, раздражают бездарности, некоторые из которых способны на убийство. Да, она и правда несчастна. Что вы хотите сказать? Вы знаете убийцу? Мадам Мюллер, что говорит полиция? Вам известно имя второй жертвы? Нет, неизвестно, но всячески полагаюсь на комиссара Руссо, ведущего расследования. Лукас Кранах, Юдив с головой Алаферна. Караваджо, Юдив, обезглавливающая Алаферна. Артемизия Джентилески, Юдив и Алаферн. Новое сообщение. Встреча сегодня в отеле Бомарше, номер 307. Я нашел для вас кое-кого. Если не поздно, то сегодня в полночь у входа в катакомбы. Александр Монталенбер. Извини, это моя мать. Что? Мне очень жаль, но в последний момент гид не смогла прийти. Лишь оставила мне ключи. Прекрасно, пошли. Осюа Риденферро-Шро насчитывает около 6 миллионов скелетов. В действительности, это самое древнее хранилище. Его глубина до 35 метров. Не отставайте от меня, не хочу, чтобы вы заблудились, ведь я за вас отвечаю. Был уверен, что у вас карие глаза. Это место, полагаю, вы узнаете. Да. Вас еще интересует та решетка на входе? Да, и ближайший вход. Катакомбы всегда притягивали бродяг, а также сатанистов, бунтарей, протестантов.
Немцы здесь построили свои бункеры. Ну вот, начиная отсюда, ваш секретный вход. Он был арендован студентами двух высших школ, но сейчас полностью закрыт. Здесь скользко. Держитесь. Смотрите. Да-да. Что это такое? Кальцит. Невероятно. Полагаете, кто-нибудь мог здесь пройти и принести голову? Не знаю. Но возможно. Я застряла. Нет. Да. Понимаю, это смешно. Мне так не кажется. Позволите? Разумеется. Я тебе звонила весь день, но ты не отвечал. Из-за случившегося у меня нет ни одной свободной минуты. Сотрудники полиции, даже мэр, а в довершении всего пресса. Для тебя все должно быть тоже чудовищно. Когда я думаю о том, что это ты нашла голову... Это было ужасно. К тому же нужно было все снова и снова рассказывать полицейским. Они достаточно корректные, но все же. Мне можно сегодня остаться у тебя? Не хочу возвращаться после такого дня. У нас есть специалисты по психологической помощи персоналу. Ты можешь к ним обратиться. Ты моя психологическая помощь. Ева. Да. Ты помнишь, что должна вернуть мне ключ? Да, но если ты будешь мне нужен, а дверь... Дверь всегда будет для тебя открыта, я говорил миллион раз. Всегда? Обещаешь? Обещаю. Ты для меня как старший брат, Александр. Да, и поэтому ты разгуливаешь голышом передо мной. А если я сделаю дубликат? Не сделаешь. Ребенок нашел коробку, в которой была голова. Добрый день. Он подумал, что кто-то ее забыл. Пожилая женщина на левой щеке, родинка 3 миллиметра. Пожилая? Похоже. Но эта голова отсечена всего 3 или 4 часа назад. Что? Это же... Это не та голова, что вы ищете, комиссар. Ясно. Итак, теперь будем действовать по-другому. Сначала опросим свидетелей, а потом опубликуем фото найденной сегодня жертвы. Вы хотите опубликовать фотографию отрезанной головы? Но как это сделать? Делюка, дайте ваш блокнот. Вот так пойдет? Да. А теперь все за работу.
Здравствуйте, инспектор. Комиссар. Простите. Не знакомо ли вам это лицо, мадам Мюллер? Посмотрите. Это голова новой жертвы, что была найдена сегодня возле оперы. Нет, я никогда ее не видела. Не имеем ли мы дело с психопатом? Психопатом? Тем, кто выбирает свои жертвы по воле случая. Нет, здесь не идет речь о случае. Все жертвы явно связаны с вашим мужем. Задача полиции — понять эту связь. Не могу сказать. Мне не знакома эта женщина. Ну что, комиссар? Она боится. Чего я не знаю, но она боится. Он уехал. Приготовь машину. Остановите, я возьму такси. Возвращайтесь к ней. Если кто-то выйдет из дома, вы проследите. Давайте. Происхождение мира 2. Нашли, что искали? А ну отойди. Все в порядке, Ринга, все хорошо. Дайте мне это. Что здесь? Люк? Да, капитан. Звони Боррелю, скажи ему адрес. Сию минуту. Почему вы умолчали об этой кассете? Умолчала? Меня никто не спрашивал. Что здесь? Мои воспоминания. И ничего, что могло бы заинтересовать полицию. Вам следует знать, что мы просмотрим ваши воспоминания, прежде чем вы заберете кассеты, мадам Мюллер. За вас! Ура, молодоженам, ура! Счастье молодым! За молодых! Уверена, что эта кассета не из этой коробки. Вдова над нами издевается. Посмотрим, что на остальных. Что это за хрень, а?
Это называется перформанс. Вы только посмотрите на это, патрон. Да, это безумство вроде представления, но все не по-настоящему. Это заставляет меня думать о венском акционизме. Было такое движение художников, представлявших себя великими гуру. Они устраивали перформансы с женским телом, которое воспринималось объектом для разрушения похоти. Это было очень... Очень смахивает на убийство. Да, но это лишь представление, надувательство. Эту кассету искала Лидия Мюллер. Но она ее не нашла, так же, как и мы. Покажи. «Происхождение мира 2» — это отсыл к картине Курбе. Если в «Происхождении мира 1» изображена женская вагина, представляю, что под номером 2. Спросим об этом Кэти Гроссджен. Раз он хотел, чтобы она написала его биографию, то наверняка рассказывал ей о перформансах, так? Да. «Происхождение мира 2» — это намек на картину в музее Орсе. Макс ее обожал. Вы знаете, что она принадлежит Лакану? Как, по-вашему, куда делась запись? Макс ее уничтожил. И не осталось ни одной копии? Насколько мне известно, нет. Почему он ее уничтожил? Это был символический жест. Уничтожение своей жизни в искусстве, отвержение этого периода. Да, но почему именно эту, а не другую? Это символично. «Происхождение мира 2» — его последний перформанс. После он вернулся к живописи. В каком году? В 92-м. А вам известно, что было на этой кассете? Не сейчас, мама. Я тебе перезвоню. Так что же было на кассете? Мне бы очень хотелось вам помочь, но я знаю не больше вашего. Макс мне не рассказывал, хоть я и просила. Хорошо. Спасибо. Пошли. Чтобы я не слышала ни мам, ни пап, когда допрашиваем свидетеля. Мне очень жаль, это не повторится. Это уж точно, будешь сидеть здесь, в участке. Но комиссар сказал... И что с того, что сказал комиссар? Эй, спокойно, что случилось? Кати не знает, что было на кассете. Говорит, Макс ее уничтожил. Выходим из воды. Это для сегодняшнего вечера. В 8. Все будет хорошо. Я должна вернуть ключ Александру. Ты что-нибудь придумаешь. Я тебе скажу так. Когда девушка тебя динамит, ну, ты понимаешь, что я имею в виду. А до Люка вообще ничего определенного не скажешь. Походу, она просто не любит парней. Она очень скрытная, и непонятно, что у нее в голове. В голове. А ты же знаешь, где она живет? Да, ты не в курсе. Да, да. Она ночует у сына патрона. У комиссара есть сын? Да. Но он пропал. Как так? Исчез. Как так исчез? Это длинная история. Короче, Делюка заняла его место. Думаю, это долго не продлится. Она хитрит, но скоро проколется. Понимаешь, что я хочу сказать? У меня... Вот ваша почта. Спасибо. Капитан, мне очень жаль. Нет, Люк, ничего не говори. Ты можешь идти до завтра.
Александр де Монтелембер. До следующего раза с голубыми или карими глазами. Бульвар Сен-Жермен, 205, 4 этаж, код 9031. Я опоздала в метро. И у меня снова это чувство тревоги. Завтра ты сходишь к врачу, договорились? Мне не нужен доктор, мне нужен ты. Я знаю, знаю. Это пройдет, пройдет. Ева, заходи. Мне нужно вас увидеть, Лили. Вам нравится? По-другому, да? Нет, это не к тому. Я говорила, что не думаю про любовные истории. Ну, кое-что и правда есть. Знаете, Лили, я догадываюсь, зачем вы меня пригласили. Я кое-что поняла про вашего сына. Я нашла эти фотографии на студии. И поняла, что мужчина, который умер во время несчастного случая, был вашим любовником. Он, а не комиссар. А ваш сын очень на него похож. Это он, его отец. Когда ваш сын все понял, он уехал в Индию. Разыскивать свою семью. Но, Лили, это нормально, что он захотел все узнать. Но вы тоже его семья, он об этом не забудет. А сейчас мне лучше уйти. Не хочу, чтобы комиссар меня здесь застал. Я пойду. До свидания. Это случайно не Делюка я только что встретил? Убегала, как Золушка, в полночь. Да? Что она рассказывала? Что, она влюблена? Делюка влюблена? Вот это да. Да, Боррель. Один священник опознал голову. Он очень обеспокоен и ждет нас в церкви. Где конкретно? Сан-Жильен-Ле-Повр в Медоне. Я еду. Что вы здесь делаете, мадемуазель? Церковь закрыта. Мне необходимо немедленно причаститься. Я много грешила. Следуйте за мной.
Вы готовы получить отпущение грехов? Повторяйте за мной. Ниспошли, Господи, на милость Твою. Господь всемогущий, дай мне силы и взгляни милостиво на творение моих рук, заканчиваемое мною под Твоим присмотром. Святой Отец. Святой Отец, вы здесь? Святой Отец. Он был здесь, был. Черт знает что. Он обвел нас вокруг пальца. Чем вы вообще были заняты? Почему вы сразу не приехали? Потому что миллион людей сообщило, что опознали убитую. Нам было не успеть. Вы где работаете? В отделе на Бекон-Ле-Брюэр или где? Но он записал имя на листке бумаги. И почему ты об этом сразу не сказал? Софи Дюляк. Софи Дюляк. Актриса на пенсии, играла второстепенные роли в сериалах. Служила в провинциальном театре, последнее место проживания, улица Фольгьер, 15, Монпарнас. Ее тело было найдено в багажнике машины. Священник кто? Ив Деспрош, священник из церкви Сан-Жульен-Ле-Повра, 63 года, до того, как стать священником, преподавал живопись. Да? И как они? Связаны? Люк, сходи за магнитофоном и кассетами, пожалуйста. Я их закачал на жесткий диск, так будет проще. Поставь на паузу. Увеличь эти два лица. Это Софи Дюляк? А это, вероятно, священник. Оба участвуют в перформансе Мюллера. Убиты из-за участия в этом перформансе? Не в этом, а в сотворении мира 2. Мадам Мюллер очень хорошо знала людей, с которыми работал ее муж. А какая связь с обезглавленной женщиной, найденной в постели Мюллера? Ее нет на записи. У нее своя роль в этой истории, именно поэтому еще не найдена голова. Тут особый случай. О, боже. Спасибо. Люси? Ринго? 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 Thank you.
Ринго, куда ты подевался? Вам это не нужно, мадам. Кое-кто вас оберегает. Ты? Мой дорогой Ринго, ты не знаешь, с кем имеешь дело. Нет, не я, мадам. Пойдемте, я покажу. Снова журналисты? Нет, полицейские. И еще один усада. Мне кажется, я нашел способ идентифицировать личность женщины. Вам понравится. Видите? Вот. Здесь на сердце этот клапан. Да, вижу. А я ничего не вижу. Ничего. Эта женщина перенесла операцию на сердце. Речь идет о замене митрального клапана. В начале 90-х такую операцию могли сделать только при институте кардиологии в больнице Фош. Этот клапан не похож на остальные. Подождите, я ничего не вижу. Куда нужно смотреть? Если вы свяжетесь с больницей Фош, то сможете запросить список пациентов, которым делали подобную операцию. Ясно. Да, спасибо, мадам. Мои все живы. Тебе еще сколько осталось опросить? Добрый день, это Ноэми. Я сейчас не могу ответить. Оставляю ей уже третье сообщение, но она не перезванивает. Ноэми Маршан. Добрый день, лейтенант Боррель. Лейтенант Дёрте. Вы быстро пойдемте, я покажу. Поднимусь с вами наверх. Спасибо. Мадемуазель? Вы здесь? Ее нет. И я не видела ее несколько дней. Обычно она уходила по вечерам и возвращалась днем. И куда она ходила? Ну, этого я не знаю. Но бывало, что она ходила играть в бридж с подружками. Да? Да. Уходила при полном параде. А возвращалась далеко за полночь. Нет, нет, ничего не трогайте. Сейчас нам нужно поработать. Большое спасибо. Спасибо, мадам. Оставьте мне ключи. Если что, я у себя. Хорошо. А вот ее голова. Голова? Ну вот же, ее голова. Скажи, ты совсем кретин или как? Комиссар, подойдите сюда. Что? Что там? Люк, вызывай специалиста, пусть откроет. Сию минуту, комиссар. Комиссар? Что это? 35-706. Это деньги. 380. Немного. Чем она занималась, эта Ноэми Маршан? Она была директором детского приюта в Одессен. Да. Институт Сан-Риер-Дамьен. Она раньше ушла на пенсию. Как пенсионерка она не скучала. Но это может быть семейный капитал. Или же она кого-то шантажировала. Мюллер? И чем бы она могла их шантажировать? Например, кассеты происхождения Мира 2. Посмотри. Она зарегистрирована на сайте знакомств лесбиянок. Подружки по бриджу. Смотрите, графиня голых ног. Что это значит? Псевдоним. Обожавшая тебя, пишет графине. Встреча в полночь на улице Монпансье 2. Монпансье 2 — это адрес студии. Это было 12 мая, день совершения первых двух убийств. Боррель, ты вызываешь технарей. Я хочу знать, кто дослал это сообщение. Это очень важно. Обожавшая тебя. Забавный псевдоним для убийцы. Бернар, иди сюда. Добрый день, комиссар. Сможешь открыть сейф? Этот? Да. Без проблем. Дайте мне 2 минуты. Держи, не потеряй. Да, комиссар.
Сколько? 2 минуты, не больше. Давай. Отойди. Вот черт. Вы знакомы с Нейми Маршан? Это ее нашли в постели вашего мужа. Я уже говорила, что не знакома ни с одной из жертв. Что ж, видимо, я ошибался, беспокоясь и попросив полицейских охранять вас. Я распоряжусь об отмене наблюдения. Двое из жертв в 90-е годы участвовали в перформансах вашего мужа. Это было давно. Да, но только не для убийцы. Так что давайте побеседуем обо всем этом, о перформансах вашего мужа, о происхождении Мира 2. Это был наихудший момент в его карьере. Макс нанимал никому неизвестных людей, следуя некоему артистическому порыву на протяжении 20 лет. Если бы он не остановился, никогда не стал бы тем, кем стал. Это вы убедили его вернуться к живописи, что сделало его звездой мирового масштаба? Да, мне это удалось, комиссар. Я создала Макса. Я и есть Макс. Хорошо, что вы не он. Иначе вы были бы уже мертвы. Итак. Расскажите мне про кассету, что вы искали в Мантре. Происхождение Мира 2 больше не существует. Макс ее уничтожил 20 лет назад. Почему именно ее, а не другие? Потому что это был наихудший перформанс, последний из всех, в 92-м. Год его артистической революции. Да. А я почему-то уверен, что эта кассета существует до сих пор. И что именно ее вы тогда искали. Так что либо вы ее нашли и спрятали, либо ищете до сих пор. В любом случае, вы точно знаете, что на ней. Я знаю, что она убила моего мужа, комиссар. Я сразу же узнала эту женщину. Она не имела отношения к перформансам. В начале 90-х мадам Маршан возглавляла приют Вод-де-Сен. Я не помню, как он назывался. Мы с Максом не могли иметь детей. И однажды друзья нам представили эту Нейми. Нейми показала нам детей, находящихся на попечении государства. Нужно было выбрать одного на усыновление. Среди них была светловолосая и голубоглазая девочка. Ангелочек. Мы с Максом, не сговариваясь, сразу выбрали ее. Ей было 5 лет. Она жила с нами полгода, и Макс был безумно счастлив. Что случилось потом? Он занимался только ей. Я никогда не ревновала его к любовницам, а вот к ребенку стала ревновать. Я заставила Макса вернуть ребенка в приют. Я больше не могла, либо она, либо я. Мы заплатили много денег Нейми Маршан, чтобы исчезли все документы об опекунстве, как будто этих 6 месяцев не существовало. Представляю, что вы обо мне думаете. Когда все это произошло? В 92-м. В год последнего перформанса. А что было дальше с этой малышкой? Мы больше о ней никогда не говорили. Но я никогда не забуду тот день, когда я ее отвела в приют. Она звала Макса, и это раздирало мне душу. И в тот момент, когда я передавала ее Нейми Маршан, она так посмотрела на меня. Ее взгляд был полон ненависти и отчаяния. Можете себе представить? И спустя 20 лет она мстит, обезглавливая вашего мужа и Нейми Маршан, так что ли? Вы мне не верите? Это она, я вам говорю. Она убьет и меня, если вы ничего не сделаете. Как звали эту девочку? Ева. Ее звали Ева. Ева? Гида в катакомбах зовут Ева?
Мы не могли иметь детей. Однажды нам позвонила директор института Сан-Пьер-Дамьен. Она рассказала о девочке 7 лет, которая перестала разговаривать. Мы не были первой парой в очереди на усыновление, но другие не хотели ее брать, боялись, что она замкнутая. Бог знает что. Ева умела читать и писать. Нам она понравилась. Ее родители погибли в авиакатастрофе. Вы говорите, что составляете детальное досье о том, что случилось на этом месте? Месте преступления, дорогая. Это серийный убийца, так сказали по телевизору. Когда я думаю, что Ева возвращается одна вечером, она возвращается поздно? Но если она проводит вечер в Париже, то ночует у своего друга. Это ее молодой человек? Да. Да, ей уже 25 лет. Да, я знаю. Хотя это правда, что ей сейчас гораздо лучше. Почему? С ней было что-то не так? Ева всегда была очень чувствительна. По ночам ей часто снятся кошмары. Извините, где у вас туалет? Очень просто. Вы идете, дорогая. Не беспокойтесь, мой коллега еще задаст вам пару вопросов, и мы закончим, так, Люк? Хорошо. Прямо по коридору. Так, спрашивайте. Расскажите, а как строится ее день? Каждое утро она встает в 7:30. Да, она приводит себя в порядок и оккупирует ванную. Капитан, как вы? Вы мне скажете, что происходит? Это она. Так, что происходит? У Евы Лебук есть алиби на момент убийств. Она была у месье Монтелембера, а не любовники. Тот, что отвечает за план катакомб, он подтвердил, что всю эту неделю они ночевали вместе. Кажется, вас это не удивляет, Делюка. Что-то нашли у ее родителей? В целом ничего, за исключением того, что это ее брали Мюллеры. Но она не обезглавила никого из четверых, у нее алиби. Есть кое-что, чего я никак не пойму. Почему мадам Мюллер ее обвиняет? Потому что Лидия Мюллер хочет увести нас от кассеты. Необходимо найти эту запись. Обязательно. Ищем зацепки вокруг Евы Лебук. Ты не поняла, у нее стопроцентное алиби. По-твоему, это стопроцентное алиби? Ты чего выступаешь? Думаешь, месье Монтелембер лжет? В деле об убийствах? И с какой целью, не подскажешь? Потому что он с ней спит. Ты хорошо знаешь этого Монтелембера? Что ты вообще о нем знаешь? Ничего. Если тебе знаком фасад, постарайся разузнать, что за ним. Делюка! Можно за ней понаблюдать по-тихому, никто не узнает. Ты только что пришел в команду, а уже стремишься вылететь? Если найдем доказательства, они не смогут ничего сделать. Встанешь у катакомб. Если кто-то пойдет, предупредишь. Идет. Thank you.
Я так и почувствовал, когда решил прийти домой пораньше. Это Мариэлла. Оставьте сообщение. Спасибо. Капитан, тут Ева идет к метро. В общем, я за ней. Перезвоню. Только девушки. Что случилось? Копы. Они ко мне приходили. И даже к Александру. Успокойся, у них ничего на тебя нет. Они знают про усыновление. Они догадались про Ноэми. Ты говорила, что этого не произойдет. Они никогда до нас не докопают. Никто не догадается, слышишь? Никто. Не смотри на меня. Мы не знакомы. Твои коллеги задавали много вопросов по поводу Евы Дебук. Вы серьезно думаете, что она может быть замешана в убийствах? А ты ее хорошо знаешь? Мы очень близки, да. Она твоя любовница? Нет, мы не были парой. Как это? Мы не спали вместе. С трудом верится, она красивая девушка. Это правда, но мы нет. Вот черт. Что такое? Это моя мать. Это срочно. Да это правда. Хочешь, чтобы я тебя отвез? Нет, нет, возьму такси. Убирайся отсюда, но тихо. Что происходит? Уходи, иди к своему другу. Что ты будешь делать? Садись в метро на Барбес.
Да, капитан. Люк, ты где? Я в метро Барбес в направлении Порт-Дофин. Что? Что ты там делаешь? Я следил за Евой в клубе для девочек. Где это только девочки? Да. Люк. Люк. Люк, ты меня слышишь? Алло. Ну что? Он умер в реанимации, потерял много крови. На нем было это, когда его нашли. Что это? Женская одежда. Не может быть. Преступник гомофоб? А где Делюка? Там. Там? Это мать. Спрячь это. Это был ее единственный сын. Вы знали, что он переодевался в женщину? Но комиссар нужно... Это не то, что вы подумали. То есть? Люк следил за Евой Дебук в ночном клубе для девушек. Да? Но зачем он это делал? Ясно. Вы понимаете, что несете ответственность за все, что делаете? Я велела меня подождать. Это была его инициатива. Да, но где вы были, когда его пырнули ножом? Вы где были? Не хотите говорить? Что ж, отлично. Прекрасно. Это я его убила. Это я. Давайте, скажите это. Скажите, что я его убила. Все это моя вина. Ясно? Я вам доверял, и вот результат. Никогда не слушайте, так еще и берете на себя инициативу. Катастрофа. У меня была причина следить за этой девицей. Причина? Вы мне солгали, Делюка. Вот причина. Я не лгала, просто не все сказала. Разве вы не так же поступили с вашим сыном? В своем рапорте вы напишете, что это была инициатива самого Бессоля. И вы о ней ничего не знали. Вот так. Но я вас предупреждаю, что малейшая инициатива или отступление от правил, даже самое незначительное, и вы заплатите за все содеянное. Удостоверение личности. Люк Бессоль. Я могу спросить, почему ты рассказала о нас Делюка? Почему ты рассказала ей об исчезновении нашего сына? Я не понимаю. Неужели кто-то мог сделать больше, чем я? Я объездил всю Индию вдоль и поперек.
За что ты меня упрекаешь? Я делал все, что мог, но я его не нашел. Чего вы ко мне прицепились? Я не знаю никого из погибших. Правда? А ее? Это директор вашего приюта. Я не помню. Я была слишком маленькой. Вам было 7 лет, достаточно, чтобы вспомнить. Моя жизнь началась только у приемных родителей. Вы знакомы с Лидией Мюллер? Нет. Что вы делали вчера вечером в клубе «Только девушки»? В клубе «Только девушки»? Да, только девушки. Полицейский, что следил за вами, видел вас в клубе. Через час его пырнули ножом. Это случилось между 8:30 и 9 вечера. Я никогда не была в этом клубе. Должно быть, он ошибся. А что вы делали вечером после работы? Я была у своего друга. Как зовут вашего друга? Александр де Монталамбер. Ну? Она лжет насчет алиби. С чего ты взяла? Я умею различать ложь. Да, это не доказательство. Сообщите ей, что у нее есть право на адвоката. Я ей скажу. Хорошо. Но она предпочла позвонить своему другу, месье Монталамберу. Ладно. Он только что приехал. Она здесь уже несколько часов. Это бесчеловечно. Я не понимаю, что Ева здесь делает. И сколько еще вы ее продержите? Успокойтесь. Вы ведь не ее адвокат. Ей нужен адвокат? Вовсе нет. Мы лишь хотим прояснить несколько деталей. Это все. Идите за мной. Если вы сможете нам помочь, будет замечательно. Вы ведь согласны? Проходите. Прошу. Ты как? Присаживайтесь, месье. Месье? Мадемуазель Лебук утверждает, что вчера вечером после закрытия катакомб была у вас. Вы это подтверждаете? Предупреждаю, что дача ложных показаний преследуется законом. Я подтверждаю, что мадемуазель Лебук была вчера со мной. Она пришла домой ночью. В котором часу она пришла домой? Я точно не помню, я не посмотрел на часы, не знаю. Постарайтесь вспомнить, это очень важно. Понятия не имею. Возможно, в 9, полдесятого или 10 вечера, я не знаю. Сколько еще людей должно погибнуть, прежде чем ты поймешь, с чем имеешь дело? Ева не виновата, она никому не причинила вреда. Она сумасшедшая, ты ее не знаешь. Держу пари, что ты не в курсе, что когда ей было 5, от нее отказались Мюллеры. Видишь? Ты ничего о ней не знаешь. Она тебе солгала. Мне солгала не она, а ты. С самого начала ты мной манипулировала, чтобы заполучить информацию. А это чушь. Не хочу, чтобы Ева угодила в лапы таким лживым полицейским, как ты. Ты врешь, не переставая. А что скрывается под остальным ее алиби? Ничего не скрывается. Она действительно была со мной. Ты ведь и сама это прекрасно знаешь. Думаешь, я не заметил, как ты стояла тогда под моим балконом? Девушка, которую ты видела, была Ева. В ночь убийства священника из Сан-Жульен-Ле-Повре. Thank you.
Черт, чего же я не понимаю? Что не вижу? Любившая тебя. Алло. Да, комиссар, псевдоним убийцы – это анаграмма. Это Артемизия. Де Люка, вы знаете, который час? Да, знаю, комиссар, но я нашла мотив. Я поняла, почему Мюллеры отослали Еву в приют. Причина совсем не в том, что рассказала мадам Мюллер. Есть кое-что намного важнее. Я поняла, что на кассете. Алло, вы слушаете? Комиссар, вы меня слышите? Алло, комиссар! Алло? Входи, продолжай. Артемизия Джентилески, итальянская художница 17 века, часто изображала на картинах Юдиф. Она была изнасилована одним из учеников своего отца, но выиграла процесс против насильника, однако не смогла забыть случившегося. Впоследствии она часто рисовала Юдиф, обезглавливающая Лаферна, видимо, ассоциируя себя с ней. Осторожно, кипяток. Если псевдоним убийцы действительно анаграмма от Артемизии, то это послание. Горячо же. Да, послушайте, все складывается. В 92-м Мюллер устраивает свой последний перформанс, а Лидия возвращает ребенка в приют. Почему? Потому что происхождение мира 2 — это не что иное, как публичное изнасилование ребенка, изнасилование Евы. А сегодня все, кто имел к этому отношение, убиты. Мотив — это месть. Да, но Ева не Юдиф. Резюмируя. У Евы был мотив, допустим, но на момент каждого убийства у нее есть крепкое алиби, значит, кто-то убивает вместо нее. Все же было у нас перед носом с самого начала. Их двое. Да? У меня есть что-то, что принадлежит вам. Кто говорит? Та, для которой так и не нашлось места в вашем сердце. Вы? Как вы смеете мне звонить? Успокойтесь, Лиди, и слушайте внимательно. Макс доверил мне все свои секреты и одну кассету. Я так и думала. Что вам нужно? Деньги? 300 тысяч. Вы свихнулись? Думаете, я могу вот так просто... Что взять 300 тысяч, никому ничего не объясняя? Вы никогда ни перед кем не отчитывались, Лиди. Макс рассказал мне про один сейф за портретом Энди Уорхола. В 8 часов вы принесете мне деньги. Приходите одна. Если притащите своего жиголо, я отдам кассету журналистам. Откуда мне знать, что вы не сделали копию? Ниоткуда, придется поверить. Куда принести деньги? Записывайте. Комиссар, посмотрите. Это Кати Гроссджин.
Нужно ее найти. Дюарт, посмотри. Приют Сан-Пьер-Дамьен, тот, которым руководила Ноэми Маршан? Документы на опекунство Евы. Итак, ты не знакома с Кати Гроссджин? Кати Гроссджин? Никогда не слышала. Лидия Мюллер? Тоже ни о чем не говорит? Нет. Как и Максимилиан Мюллер. Я нашла его голову в катакомбах. Может, прекратишь эту игру? Я знаю, что сама ты никого не убивала, это была Кати. Тебе известно, где Кати. Но ты не хочешь говорить. Думаю, ты ее защищаешь, потому что все эти убийства были совершены ради мести. Ты мстишь за то, что тебе пришлось пережить в детстве. Я не знаю, Кати. Знаешь, Ева, если вы знакомы, значит, были вместе в приюте. Ноэми Маршан вас разделила, а тебя забрали Мюллера. Ты это помнишь? Нет, я ничего не помню. Потому что ничего из этого не происходило на самом деле. Ты помнишь, что участвовала в перформансе Макса Мюллера? Что он сделал с тобой чудовищные вещи? Он тебя изнасиловал. Вот почему Лидия вернула тебя в приют и заставила молчать Ноэми Маршан. Но сегодня, Ева, ты можешь обратиться к правосудию, как Артемизия. Думаю, что у Кати сохранилась кассета с этим перформансом, с этим насилием. И она разрушит реноме великого художника Мюллера. Посмотри. Эта фотография тебе о чем-нибудь говорит? Ева, мне нужно знать, где Кати.
Принесли деньги. Где кассета? Оставайтесь там. Ты что, правда думала, что я тебя не узнала? Тот же самый взгляд, что и 20 лет назад, тогда в приюте, когда ты не хотела отпускать руку своей сестры. Ей было всего 5 лет. Встречается с Лидией. Эксперты не прогнозируют никакого улучшения в ближайшие дни. Безработица составит примерно 12% во втором полугодии. Новая волна обсуждений вокруг загадочного убийства Макса Мюллера поднялась сегодня утром, после публикации в интернете видеозаписи с насилием над ребенком. Личность ребенка пока не установлена. Ринго? Мадам, вам следует одеться. Александру де Монтелемберо, бульвар Сен-Жермен, 205.